Вы в тиме, да? Нет. Ну, точнее, мы все в тиме, так-то. Я в дружеском говорю. Не-не. Так-то мы все в дружеском тиме. Иди ты нахрен. Встал пораньше. Только 6 часов утра. Угу, и в игре. Успешный человек, бля. Конечно. Размяться. Нужно настроиться на рабочий день. Слушай, блядь, 2:30 утра, у меня светло за окном. А за дверью как? Темно, что ли? Чем занимаешься? Какая сфера? Ютуб. Что делаешь там в Ютубе? Контент. А давай мы перестань. Утра, у меня светло за окном. Че за хуйня? А за дверью как? Темно, что ли? Опять ты, сука. Я угораю. Опять ты тут. Ну так, еще не размялся. Время только 6 часов утра. Сука, день сурка. Не игра, а кал. Поиграй в Родину. Это еще что? Сейчас расскажу. Это Родина, твоя Родина, в которой тебя ждут незабываемые приключения. Невероятная карта с окрестностями, родные дома и постройки. Вся эта карта уникальна, и нигде ты такого не найдешь. Зуб даю. Любишь тачки? Покупай и поезжай на весь нее тюнинга, в игре его полно. Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на Родине РП. Конечно, в игре есть свой голосовой чат и куча фишек для общения, но взгляни на систему телефона. Через него можно заказывать каршеринг, такси, забирать ежедневные награды и многое другое. В игре можно покупать и продавать все, что нужно для создания предметов, улучшения вещей и обустройства подвала под твоим домиком. В игре полно всего, поэтому давай не оттягивай начало игры. Переходи по ссылке в описании и начинай уже сегодня. Бонус для новичков прилагается. Жду тебя на Родине РП. Красавчик. Сори. Еще один. Look at this dude. No, 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 no. У тебя какой размер ноги, братишка? 45-й? Да, заметно. Тяжело обувь подбирать, да? Надо. Ладно, ладно, не буду, я плохо зажал. Жаль. А чё он? У меня дроп один вообще. О, а кто по мне стреляет? Не мой, не знаю, отпусти меня. Ладно, ладно, давай. Спасибо. Да не за что, удачи.
что-то у меня лагает. А у вас нормально все? Да, такая же. Rush. Nice team. Nice work. Good job. Well done. Иди на. Крыса ебаная. Забилась в угол, блять. Звезда YouTube, блять. Бочку сделаем? Смело. Еще тачка есть. Понял. Хорош. Только что топчик взял. Это молчи. Кстати, если ты сворот не откроешь до того, как мы приземлимся, мы тебя застрелим. Так что ротик себе закрой. Все, все, молчу, молчу. Пусть постраховщик с чем? Да, конечно, базарно. Как тебя зовут, Желтый? Желтый. Зовут как тебя? Имя твое. Имя? Хсинг. Че, не видишь, написано же. А по-русски? Х-С-И-Н-К. Ты там микрофон уже свой вытащишь или нет из кармана, алло? Я ем, а ты ебать. С нами падает кто-нибудь? Да, три чела со мной падают. А, это вы. Она этот... локал. Да, один чел упал. Это я. Я думаю, я с прострелом... Ты думаешь? Не... Побольше думай. По-моему, это собрат Дани Подводника по разуму. Возможно, кстати, да. Кстати, да, тоже заметили, да? Там чувство юмора вот есть некоторые. Возможно, это даже брат-близнец. Возможно, это я и есть, кстати. Не думали об этом? А вот подумайте, подумайте. Там кто-то думал. Вот еще раз подумай. Кто там думает, имеет из вас, я забыл. Жестко. Да, это жестко. Хоть знаешь, откуда это школьник? Откуда школьник? Из школы! Я на твоем месте готовился. Я готов. Иди ко мне, детка. Красный он любитель. Табаско. У нас нет красных, у нас есть оранжевый, желтый. О ком ты вообще говоришь? Что, дальтоник? Мой желтый, опасно, опасно. На, иди, иди, все скину, только не убивай, на, все скинул, все, что есть. Еще вот это есть, вот это. Так. Я же тебе сказал. Пожаловаться, выбрать причину, использовать щитов. Ну просто сдавить его, залутайте, чё. Раз тренер сказал.
Где ты слез? Страшно. Садись. Бухацой. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Сказочный долб. Зачем его только из больницы выпустили?